Спецподразделение «Шторм» было сформировано 2 мая 2023 года. Случайных людей в отряде нет. Личный состав отбирается среди лучших военнослужащих, проходящих службу по контракту. Это прапорщики и офицеры внутренних войск. В нашем приграничном юго-западном регионе мы являемся ударной группировкой. Критерии отбора достаточно строгие. В первую очередь это крепкое здоровье, годное морально-психологическое состояние к выполнению различных задач в сложных условиях обстановки, в стрессовых, но и непосредственно физическая подготовка. Интеллектуальному развитию уделяется особое внимание, потому что основным оружием спецназовца на сегодняшний день все-таки является интеллект. Перед подразделением стоят нешуточные задачи, такие как задержание особо опасных преступников, прикрытие и усиление обороны государственной границы, контртеррористическая и контрдиверсионная деятельности. Убедиться в отличной подготовке и слаженности работы «Шторма» гости праздника смогли во время показательного выступления. После показательного выступления для командиров силовых ведомств и председателя Брестского горисполкома Сергея Лободинского бойцы провели экскурсию, ознакомив гостей с техникой, вооружением, средствами защиты и служебными собаками, находящимися на вооружении. За этот промежуток времени нам удалось сформировать воинский коллектив, который готов к выполнению любых поставленных задач в любых условиях обстановки. За этот год произошло сплочение коллектива, его материальное обеспечение как вооружением, экипировкой, специальными средствами, средствами связи, техническими средствами и беспилотными летательными аппаратами. Хотелось бы поздравить их с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего, удачи, здоровья, ну и самое главное, семейного благополучия. А за этот небольшой промежуток времени тех боевых задач, которые ставили перед вами, я думаю, слава Богу, что мы не слышали и не видели, но то, что вы делаете, мы не ощутили в своей повседневной жизни. От себя, наверное, хотелось бы сказать спасибо вам за работу, за ваш профессионализм, потому что сегодня от слаженной вашей работы зависит, конечно же, спокойствие наших горожан, да и в целом, наверное, первого региона. Хочется пожелать, чтобы в своем развитии вы не ощущали ни в чем достаток, чтобы у вас было, наверное, все то, что для вас, для работы требуется. Хорошая техника, подготовленные кадры. Вот. А для нас, наверное, посильная помощь в тех просьбах и начинаниях, которые вы ставите перед местной властью. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.